Наймоднішим відтінком в осінньому макіяжі 2017 року стали бежева і коричнева колірна гама в різних варіаціях – від ніжного до насиченого. Це можуть бути теплі і природні відтінки охри, золота і піску. Варіації цього відтінку підходять без винятку кожній дівчині і зроблять з неї витончену ніжну леді. Двокольорний макіяж губ – він стане справжнім хітом осені 2017 року. Щоб виглядати модно і незвично, візажисти пропонують нанести на верхню губу світліший, ніж на нижню, відтінок помади. Також можеш спробувати міксувати кольорові гами. Головне – правильно підбери відтінок, щоб він гармонійно поєднувався з макіяжем. Природні брови. Важливу роль в створенні будь-якого макіяжу відіграє форма брів. У 2017 році на зміну широким бровам в стилі а-ля Cara Delevingne прийшли натуральні і рівні брови з чіткими лініями. Щоб створити модний осінній макіяж 2017 року, досить надати форми бровам за допомогою спеціального гелю та щіточки. Що ж, дорогі наші телеглядачі, повертаємось із нашою ранковою гостею. Будемо вчитися робити трендові брови косичкою. Візажист Юлія Мишила сьогодні завітала до нашої студії. Моделлю у нас сьогодні виступає журналіст Тетяна Макушева. Таня, готова до бров косичок? Не зовсім, але що робити? Але модною хочеться виглядати. Юлічка, наскільки зараз популярні такі брови косичкою? Також сьогодні дуже популярні брови дугою, такі хвилясті. Чому саме цей тренд зараз такий на мегапопулярності? Ну, на самом деле, брови – это вообще очень модная тема, да, это броу-мания, которая правит миром и не утихает ни на минуту, и уже все больше и больше такие необычные, да, какие-то тренды появляются, это яркие брови уже были, брови перья, брови волной, и вот модный блогер из Лос-Анджелеса придумал новую такую фишку – брови косичкой. Позже он признался, что это был фотошоп, но было уже поздно, потому что этот тренд подхватили все социальные сети, и визажисты, бровисты, и блогеры пытаются повторить. Ось так, він пошуткував, а люди сприйняли всерьез. Да, он это придумал как такой троллинг, потому что действительно уже вот такие появлялись немного необычные, странные, да, тренды, и он как бы так немного решил потроллить это, но оказалось, что это очень даже понравилось и стало еще одним трендом. Вот. И мы сегодня попробуем повторить на такую вариацию на тему того, что было предложено, как это можно сделать на своих бровях. Ну що ж, приступаємо. Тетяна, готуйся. Будеш тепер з косичкою. Да, на самом деле можно сделать не настолько ярко выраженно, да, допустим, сделать более так носибельно, да, можно сказать. И это может быть даже таким вариантом повседневным. То есть мы сейчас используем базу под макияж, да, мы немножко усмирим наши волоски, чтобы они у нас лежали ровненько и не выбивались с нашего рисунка. Ти сказала дуже гарно, щоб вони були насиблені, щоб можна було ходити по вулицям і не виглядати як якийсь фейк. Наскільки дійсно можна буде виходити на вулицю з такими бровами, наскільки можуть сприймати вже люди? І дійсно, якщо зробити більш яскравим, то як на це будуть реагувати оточуючі? Ну, я вообще считаю, что когда какие-то такие вот необычные тренды появляются, да, они какое-то время приживаются, да, не все сразу воспринимали красную помаду там или цветную тушь. Я использую белый карандаш для чего? Все, что у нас нанесено на белую основу, будет ярче. А поскольку свои бровки имеют цвет, да, и мы не будем использовать черный, чтобы перекрыть этот, мы используем белый карандаш и усилим просто коричневый оттенок, который будет на бровях. Отак, і... Тетяна, будеш зараз з білими бровами, робимо з тебе справжню блондинку. Да, і ми рисуємо таку от імітацію косички, да? От. Угу. Косичка у нас заплетена. И если, возвращаясь, да, к восприятию окружающими модных трендов, я считаю, что должно быть такое соответствие места, обстоятельства и внутреннего состояния. То есть, если вам вот как бы это ваша, да, такая вот любая какая-то модная фишка,
то, в принципе, даже если ваши брови будут зелеными косичками, вы себя будете чувствовать комфортно, и это будет уместно и, соответственно, воспринято окружающими. А если что-то, как бы какой-то пазлик не сходится, то и даже самые обычные какие-то вот базовые вещи будут выглядеть неуместно. И сверху по белому мы накладываем коричневые тени. Юля, а ось на твою думку, все ж таки, брови косичкою у реальному житті, чи є місце, чи все ж таки варто їх віднести до якихось оригінальних фотосесій, чи, можливо, якихось яскравих подій у житті, якісь концерти, вечірки, зустріч з друзями, щось таке, що комічне і просто виглядати яскраво? Ну, вообще, я уже не раз говорила, я, наверное, еще не раз скажу, что я сторонник естественности и такой гармонии. Конечно, я считаю, что это более такой экстравагантный вариант. И, наверное, ну вот как, допустим, тележурналисту можно использовать как какой-то такой вот интересный, обращающий на себя внимание момент. А в реальной жизни, ну, на мой взгляд, это, конечно, не совсем уместно. Тетяна, в тебе сьогодні буде дуже гарний привід зробити якусь яскраву вечірку. Новий день чекає на запрошення. Сьогодні будеш просто зіркою усіх брів. Ну, в своє время известная телеведущая сделала своей фішкой шляпки. Почему бы не сделать своей фішкой брови? Це мені якраз можна косички робити. Да. Тем более, действительно, есть материал. То есть основу мы сделали, да, мы уже видим явно такой рисунок косичкой. Для того, чтобы его усилить, мы используем светлые тени, да, любые. Как бы, да, вот если мы заплетаем свои волосы в косичку, у нас появляется такой объем цвета тени. Соответственно, мы что сейчас добиваемся? То же самое, то есть мы наносим светлый оттенок и у нас наносим будет такой... мы его в середину нашей, да, так бы мовити, косички. Да, и мы создаем объем, и у нас получится такой... Сейчас вот мы еще все беленькое перекроем. Оно нам не будет мешать. Угу. И у нас получится такой объемный. Если это у нас, как мы уже говорим, более такой вечерний вариант, да, какая-то вечеринка, мы можем использовать блеск, да, или тени с блеском. Угу. Если мы добавим вот на светлые эти участки, сейчас мы не будем этого делать, потому что у нас впереди еще целый день, а не вечеринка. Вот. Но вот на светлые участки мы можем нанести блеск. У нас уже есть там база под тени, которая... И выглядать будешь блескуче. Да, то есть это будет не только модно, это будет прямо вот в квадрате модно, потому что это и косички, и блеск, который сейчас тоже на вершине популярности. Вот. И мы сможем так вот прямо быть в тренде, в тренде. И, допустим, чтобы подчеркнуть вот наши объемы, мы можем использовать светлый корректор, либо светлый тональный крем. И все темные участки мы как бы подчеркиваем светлым, да? Мы делаем. Мы наносим корректор такой тонким пензлечком для того, чтобы не зруйнувати те, що ми вже намалювали. Да, ми просто, опять же, нам що нужно? Нам нужно сделать вот эффект объема. Эффект объема мы как можем добиться, используя два оттенка, светлый и темный. И будет свет и тень, да, имитироваться, и будет имитироваться вот этот самый объем. А ось який макіяж під такий вид брів ти б запропонувала? Ну, мы не используем яркие оттенки, да, мы просто используем такую необычную форму самой брови, поэтому, в принципе, тут и яркие стрелки, и яркие губы могут быть, ну, как вариант. Не лишними. Но если мы как бы все сочетать будем, то, ну, это уже будет точно такой, да, комический образ, это уже прямо такая вечеринка какая-то тематическая должна быть явно. Вот, ну, допустим, что-то одно выбрать вполне возможно. Дотримуємось правила, або яскраві очі, або яскраві губи, да. И будешь виглядати просто. Ну, а если королева. Мы, допустим, используем для такой формы брови, да, мы используем эту косичку, но можем использовать яркие цвета, допустим, два оттенка, неважно, там, фиолетового, синего, да, и создать тоже такой же объем, ну, тогда этого будет уже достаточно, да, мы там подчеркнем только немного глаза тушью и блеском губы, и уже это будет слишком ярко и экстравагантно даже. Тянко, хотелось бы запитати у тебе, чи зможеш ти, як сьогоднішня наша модель, чи подобаються тобі брови косичкою? І чи зможеш ти їх використовувати у повсякденному житті, не тільки на вечірки, чи готова ти прийняти такий вже модний тренд у світі макіяжу?
знаю, треба бути, напевно, дуже сміливою, щоб так вийти на вулицю і не дивувати людей. Можливо, я погоджусь і наступні танці на світанку буду з бровими косичками. Я думаю, що сьогодні ти матимеш можливість перевірити реакцію миколаївців на такий модний тренд, а потім твої підписувачі у соцмережах і підписувачі до наших груп у соціальних мережах зможуть дізнатися про твої враження від такого модного тренду брови косичкою. Так, спробувати можна. Що ж, ми вже бачимо, що готовий наш модний тренд. Да, ми можемо, звісно, дорабатувати здесь какие-то мелкие детали, там тонкой кисточкой или, например, карандашиком, да, тонко заточенным для бровей. Если у нас там, если вы чувствуете в себе потенциал художника, и у вас там есть какая-то определенная палитра, да, разных цветов, тут как бы поле такое вот для деятельности обширное, да, можно использовать не два там или три, как мы использовали оттенка, а и больше, и прорисовывать волоски. Но опять же, здесь у нас своя хорошая бровь, да, от которой никуда не денешься, слава богу. Вот, и, ну, как бы, так, чтобы... И робили мы денний вариант, який да. Підходить дійсно для повсякденного життя. Когда бровь более светлая, либо тонкая, то там, конечно, можно рисовать, рисовать и рисовать, проявлять все свои таланты. Дякуємо тобі, Юлечка. Що ж, чекаємо, Тетяна, на твої враження. Нагадуємо, що сьогодні до студії «Нового дня» завітала візажист Юлія Мачула.